Здравствуйте, дорогие телезрители и зрители концертного зала Кремля. Добрый вечер, мы от души вас поздравляем с наступившим Новым годом, а также с тем, что сегодня мы станем свидетелями грандиозного финала шоу «Главная сцена». И сейчас, мне кажется, пришло время представить наше жюри, благодаря которым таким уникальным и представительным будет сегодняшний концерт. Самая трогательная участница нашей судейской коллеги. Она ходит на пикники со своими поклонниками, записывает один хитовый альбом за другим, обладает проникновенным голосом и четырьмя золотыми граммофонами. Елена Ваенга! Отдаю свой голос жюри. Мне надо выйти. Алена Петровская и Елена Ваенга. Ах, ты дворо, ты дворо, я дворо не пойду, а ой, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Я дворо не пойду, с кем гуляла, да не скажу, ой, ля-ля-ля-ля. Скажу вам, батюшкином саду, ой, ли-ли-ля, да ли-ли, ой, ли-ли-ля, вам, батюшкином саду, под яблони холоду, ой, ли-ли-ля, да ли-ли, ой, ли-ли-ля, под яблони холоду, разлива-разливается, ой, ли-ли-ля, да ли-ли, ой, ли-ли-ля, под яблони холоду, разлива-разливается, ой, ли-ли-ля, да ли-ли, ой, ли-ли-ля, разлива-разливается, широкое озеро, ой, ли-ли-ля, да ли-ли, ой, ли-ли-ля. Петровская и Елена Ваенга. Посмотрите, какое командное внешнее сходство. Девушки готовились. Еще раз ваши аплодисменты. Мне написали письмо. Сказали: Леночка, мы долго смотрели на то, как вы просите все национальности спеть на родных языках, на казахском, на грузинском. Нет, ну ты белорусская, это понятно, дело не в этом. Я сейчас ничего просить, вот сейчас я ничего просить не буду. И мне сказали: Леночка, а что же вы-то русская, сидите в жюри, сами-то ничего не споете по-русски. Сейчас мы с Аленой исполняли калужскую свадебную народную русскую песню. Все. Спасибо. Елена Ваенга. Алена Петровская.